Минуточку внимания, хочу посмотреть бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от банка Арзамаса и недалеко от перекрестка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS, 6 раздел и 21 бизнес. Вот, Титан Кирилл Гейм. И сюда приезжайте, тренируйтесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар с локтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам. Но самое лучшее из них — это кикбоксинг либо удар с локтя. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Обязательно приходите именно в наш спортзал. Вход, конечно же, бесплатный. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в приманочку на сервер Мазин Холиплей. Первый сир, мой ник здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить мой ник при регистрации. Ну и также не забывайте вводить мой промокод. Обязательно вводите, его можно вводить на любом сире. Пишите капсом вместе Кирилл Гейм. И как только вы достигнете 5 уровня, вы получите 50 тысяч. Только вы достигнете 10 уровня, вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Поэтому обязательно вводите промокод. Так, извиняюсь, что не было видосов, потому что, блин, кто не знает, я все еще болею, как бы, да. Мне чуть полегче, пью чай с малиной, там, лекарства всякие и так далее. Но мне уже полегче, поэтому, пацаны, большое, кстати, спасибо за вашу активность под предыдущим видео по Мазингу. Там набралось, по-моему, 130 с чем-то лайков и 1500 просмотров. Я понял, что вам нравится Мазинг. И сегодня, как и обещал, буду снимать такую тему, как самые активные игроки на сервере. Также насчет этого конкурса, пацаны. Скоро будет конкурс. Здесь уже бабочкам нормально капало. Уже 206 человек ввели мой промокод. Вы также, повторюсь, вводите обязательно промокод мой. На любом сервере его можно вводить. Скоро будет конкурс на пару миллионов. Буквально 3-5 дней и будет конкурс. Поэтому ждите. Ну что ж, я думаю, не будем долго тянуть резину. Погнали. Так, давайте начнем по порядку с первого сервера, в принципе, как мы делали это в предыдущем видео. Посмотрим, у кого самые большие уровни. Точнее, на первом месте, кто у нас будет стоять, того мы будем, в принципе, обсуждать и смотреть его уровень. Итак, на первом сервере данный человек — это Сантьяго Белуччи. Вроде бы как это еще и администратор, пацаны, у него 113 уровень, просто 113 уровень. Это очень жестко, на самом деле. Вы представляете, просто 113 уровень. Он находится в организации воинская часть, должность у него подполковник. 8 ранг. Ну, вроде бы как это администратор, если я не ошибаюсь. Вроде бы это админ. Поэтому у него 113 уровень, пацаны. Я не знаю. Вот я думаю, невозможно наиграть столько времени. Мне кажется, либо это он с рулетки столько уровней выбивал, либо это он задонил и просто через донат уровни себе попрокачивал и все. И напишите в комментариях, какой у вас уровень сейчас, в принципе, либо какой был самый большой уровень когда-то на проекте Amazon Roleplay. У меня сейчас 48 уровень. Для меня это самый большой уровень, какой у меня был за все время. Поэтому пишите, что у вас. Там. Итак, второй сервер — Андрей Аврамов. Вроде бы правильно я прочитал, да, Андрей Арванов, Аврамов, все правильно так. Извиняюсь, если не буду неправильно читать ник, потому что по-английски я не очень шарю и вообще мне трудно говорить, горло болит, поэтому извиняйте. Так, Андрей Аврамов, у него 160 уровень, пацаны, 160 уровень, это довольно-таки годно. Он находится тоже, пацаны, в воинской части, и у него тоже 8 ранг, подполковник. Так, что-то пахнет как-то, блядь, какой-то постановой, да, пацаны? Ну как постановой, я имею в виду то, что, блин, тут на первом сервере в воинской части 8 ранг, и это тоже. Мне кажется, это, конечно, совпадение, такого быть не может, как бы, ну ладно. Идем, думаю, дальше. Итак, третий сервер — Андрей Законов, 13 уровень у него, вроде бы, когда 13 уровень. Ой, 13, блядь, 113 уровень, пацаны, 113 уровень. У него, блин, ну, он тоже нормальный такой уровень. Пока что самый большой уровень — это 160 на втором сервере. Итак, он нигде не находится, ни в какой организации, поэтому 113 уровень. Ну, мне кажется, это чисто через донат люди делают, потому что отыграть столько времени — это невозможно. Не, ну, блин, если играть с самого открытия сервера, то каждый день там без остановки, то, возможно, так можно прокачаться. Но так я хз, на самом деле. Так, четвертый сервер — Артем Россе. Сотый уровень, ровно соточка, в принципе, да, у него находится. Так, смотрим, организация никакая у него нету, ранга тоже. Сотый уровень, ну, довольно-таки нормально. Пока что самый большой, повторюсь, это уровень 160. Итак, пятый сервер — Владимир Речрути какой-то, блин, Рекрут. Владимир Рекрут, по-моему. Да, Владимир Рекрут, если я вроде правильно читаю. 84 уровень у него. Так, что, ну, в организации не состоит. Это пятый сервер, 84 уровень, пацаны, у чувака. Ну, это уже понятно, потому что вот эти сервера открылись позже, чем там первый, второй, третий, четвертый, пятый, там, и так далее.
поэтому здесь уровни, конечно же, будут ниже. Итак, 6-й сервер, Гена Лизняк, 80-й у него уровень персонажа, в принципе, и что у нас, в организации он не находится, да. Организация отсутствует, должности тоже нет у него, должности никакой. 80-й уровень, 6-й сервер, пацаны. Итак, Отто Вернер, 75-й уровень, пацаны, 75-й уровень у нас получается. Так, он у нас состоит в организации, администрация области, советник по МЗ, 7-й ранг. Ну, довольно-таки нормально, 75-й уровень, блин. Я бы на самом деле тоже хотел бы прокачаться до какого-то определенного уровня, там, до 60-го, либо еще выше. Потому что мне тоже нравится, когда большой уровень, это как-то солидно выглядит. Не, ну, конечно, охуенно, когда ты именно сам отыграл эти часы, а не через донат там сделал, и либо через рулетку как-то на, ну, плюс один уровень, там, экспихи и так далее. Самое охуенное, когда ты сам играешь столько времени, ну, просто у меня уже это третий аккаунт. У меня на одном аккаунте получается 11-й уровень, на втором аккаунте 33-й, и на основном аккаунте получается 48-й, поэтому, блин, так бы у меня сейчас, наверное, был бы уровень, ну, наверное, 60-й точно был бы уровень, короче, может даже выше. Ну что ж, на этом я буду заканчивать, всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.